Одна из самых важных социальных сфер – здравоохранение. Лечебная сеть района объединяет 66 структурных подразделений и в целом соответствует уровню оказания медицинской помощи как профилактической, так и амбулаторной. В рамках программы развития здравоохранения Московской области Раменское ЦРБ получило серьезный импульс для развития. В прошлом году в лечебное учреждение поступила новая медицинская техника. Скорая помощь получила 15 новых автомобилей. Во всех поликлиниках и амбулаториях района заработала электронная регистратура. Но как не сказать, что в этом году мы заканчиваем родильный дом строительством. Родильный дом, новый родильный дом. И как нам обещают специалисты, Министерство правительства Московской области, что он будет начинен всем необходимым современным оборудованием и также поликлиника, о которой я говорил. В Раменском районе работает 35 фельдшерско-акушерских пунктов, которые обслуживают 121 населенный пункт. В прошлом году по областной программе было построено 6 новых ФАПов. Сейчас в этих 6 действующих ФАПов у нас работают фельдшера, кадры у нас подготовлены. Вообще, когда мы это увидели, это не только построенный ФАП, но он и оснащен современным оборудованием. Более того, на этом ФАПе предусмотрена трехкомнатная квартира, в которой может проживать фельдшер. Этому очень обрадовались наши сотрудники, что у них появилось свое отдельное жилье. Поэтому работа, я думаю, пойдет, и для нас это очень-очень важно. Также стоит отметить, что в 2015 году медицинским работникам было выделено 6 квартир и 6 комнат. Ирина Зинченко, Александр Винченко для программы «Городские вести».